Автомобилисты Екатеринбурга в панике. В городе стало проблематичным получить талон техосмотра. Во-первых, эту процедуру теперь проводят не инспекторы, а с лицензированием частных предприятий есть проблемы. Во-вторых, в регион завезли мало бланков. К тому же еще как следует не отрегулирована правовая база после нововведений. Полисы ОСАГО теперь выдают только при наличии талона техосмотра. В технедосмотре разбирался Илья Дерешев. Сегодня с утра спохватилась и побежала делать все дела. Чтобы получить заветный талон, Ирине пришлось долго колесить по городу. Рассказывает, известные ей пункты техосмотра в новом году оказались закрыты. Автомобилистке повезло только с четвертой попытки. Повезло в кавычках. На этой станции талоны имеются, но за ними огромная очередь. Раньше не зависело получение ОСАГО от техосмотра. Сейчас у меня 1 февраля заканчивается действие ОСАГО, а техосмотр можно было проходить гораздо позже, в марте месяц. Замеряется ЦО на данном компьютере, на данном приборе. Как работает станция, ее директор пока объясняет на пальцах. Все оборудование отключено. Красный свет для автомобилей здесь горит вторую неделю. Лицензия на работу участника есть, однако нет самих талонов. 50 тысяч пластиковых квитков, поставленных в Свердловскую область, для региона оказалось мало. А если бы у меня сейчас было на станции, ну, порядка хотя бы 1000-1500 талонов, то можно было спокойно весь январь работать. Вот, не создавая ажиотажа среди граждан. Сейчас из 15 станций техосмотра в Екатеринбурге работают лишь 5. Они оказались первыми в списке Российского союза автостраховщиков. Эта организация отвечает за выдачу лицензии и раздачу талонов. Задержка с поставками, говорят там, возникла из-за наплыва желающих. Многие владельцы станций ТО тянули до последнего и поздно подали заявление. В результате отпечатанных квитков хватило лишь трети от числа заявившихся. Выход из ситуации предлагают Свердловской автоинспекции. Куда бежать? Бежать к нам на сайт, смотреть, кто получил талон на техосмотре, ехать туда. Это вариант номер один. Вариант номер два. Многие пункты техосмотра, скажем так, операторы техосмотра, просто пригрели сейчас у себя на груди страховщиков, которые в режиме онлайн отслеживают информацию. Вы прошли техосмотр, карту получили в двух экземплярах. Там написано все исправен. Исправно транспортное средство. Вы тут же подходите к страховщику. Решить проблему и перейти на новый принцип прохождения техосмотра автостраховщики обещают в течение месяца. Уже в феврале талоны получат все городские станции. Илья Дерешев, Иван Мякишев, новости 41-го канала.